Добрый день, друзья! Ни для кого не секрет, что в последнее время мое основное направление виноградарства стало склоняться в сторону винных сортов, виноделия. И по результатам прошлого года и ряда дегустаций, проведенных в разных составах, мы пришли к общему выводу, что наиболее перспективный сорт для виноделия в нашем регионе, базовый, это солярис. В свете этого я решил немножко увеличить количество кустов, и чтобы не терять год, мне пришла в голову идея использовать такой забытый всеми способ размножения винограда, как котовлак. Именно об этом способе мы и поговорим в этом видео. У забора у меня были посажены кусты через один Леон Мио, Солярис, опять Леон Мио, Солярис. И чтобы не терять год, я решил выкопать кусты Леон Мио и сделать котовлак. Что такое котовлак? Котовлак – это размножение винограда или усиление куста винограда путем закапывания многолетней древесины, рукава в землю и оставления плодовой стрелки. Это не только усиливает куст за счет того, что большой объем корневой системы получается. Ну и прямо в тот же год мы можем на вновь созданном кусте, на плодовой стрелке, получать полноценный урожай. Не вдаваясь в теоретические вопросы, это, я думаю, особо никому не нужно, давайте я на практике покажу, как это очень легко сделать. Это все может пригодиться, когда вы хотите увеличить размер какого-то куста или увеличить количество кустов, не черенкуя виноград, не размножая виноград там, прививками или еще как-то, а просто сделать котовлак. Давайте смотреть. Я заранее с осени прошлого года на кустах оставил очень длинные рукава с длинной плодовой стрелкой, и ранней весной, в апреле месяце, я приступил к работам. Давайте смотреть, как я это делал и что получилось. Мы видим с левой стороны куст Леон Мио с длинными рукавами. И справа, обратите внимание, соседствует куст Соляриса, у которого оставлено три рукава. Один из них выведен заблаговременно, заранее я это делал, очень длинным. Для создания котовлака мы будем использовать самый длинный рукав, который ближе всего к земле. Он тянется к голове соседнего куста и заканчивается длинной плодовой стрелкой, которая обрезана на 8-10 глазков. После удаления соседнего куста я копаю канавку глубиной примерно 20 сантиметров, в которую впоследствии будет опускаться рукав с многолетней древесиной для котовлака. Далее опускаем рукав многолетней древесины на дно канавки и фиксируем его в удобном положении подручными средствами. У меня это кирпичи. Кладем аккуратно, стараемся делать так, чтобы рукав нигде не заломился и не повредился. И в завершение закапываем канавку, кирпичи убираем. Рукав у нас надежно укрыт. Там, где заканчивается древесина, где планируется новый куст, выводим плодовую стрелку. У меня осталось порядка 6 плодовых почек над землей. Это будет наш будущий куст, который весной даст урожай. Аналогичную процедуру делаю на втором кусту. Там я закапываю два рукава разной длины, получив сразу три куста соляриса вместо одного куста Леон Мио. Прошло несколько месяцев, кусты стали развиваться. И обратите внимание, вот идет старый куст маточник. И через какое-то расстояние от кирпича начинается новый куст, совершенно полноценный. На сегодняшний день побеги развились еще лучше. И маточный куст, и отводок чувствуют себя замечательно. Весь котовлак несет хорошую нагрузку урожаем, который, надеюсь, меня порадует. Имеем по 2, 3, а то и 4 плодоносных кисти на каждом побеге. Ягода у нас сейчас находится в состоянии мелкого гороха. И обратите внимание, кусты сильные, кусты чистые, развиваются замечательно.
и ягода начинает набирать объем. Ну и вот в конце вы видели кусты на сегодняшний день, на 6 июля. Кусты под хорошей нагрузкой, кусты хорошо вегетируют, хорошо вызреет лоза. И в следующем году они уже прям на 300% включатся в работу. Всем рекомендую этот способ катавлак использовать для своих участков. Вам всем это очень понравится. На этом заканчиваю. Всем хорошего лета, хороших урожаев, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Пока!